Всех приветствую. Хочу испечь коржи сегодня. Заодно решила вот снять, вам показать коржи, которые мы привыкли есть в детстве. Помните тот вкус незабываемый, да, который мы часто вспоминаем, потому что сейчас в основном выпечка какая-то, не понимаю, с чем, с ароматизаторами какими-то, консервантами и всякой подобной ерундой. А вот тот настоящий вкус коржиков помнится постоянно и всегда, когда берешь какую-то выпечку и думаешь, эх, вот тех бы коржей вкусных и пирожных, которые мы ели в детстве. В общем, рассказываю, как это все делается. Маргарин взяла 250 граммов, сахар 2 стакана, по весу это получилось 400 грамм, и вот полстакана взяла на посыпку. 4 яйца. Из них я взяла 2 желтка и вот добавила немножко ложки 3-4 молока. Так, что еще? Разрыхлитель. Ну, обычно соду сыпала, сегодня решила вот разрыхлитель добавить. В общем, сразу все это высыпаем сюда. Сахар. И взбиваем хорошо. Так, муку взяла пока килограмм, просеяла вот. Сколько уйдет, потом скажу точно. Напишу в описании рецепт и уже точно укажу вес муки, какой у меня ушел. Так, начинаем взбивать. Маргарин должен быть размягченный. Все-таки у меня вот еще жестковат немножко, но ничего. Итак, массу взбили до бела, яйца влили, все хорошо взбили еще раз. И все, теперь можно замешивать с мукой. Вот такое тесто должно получиться. Оно не должно быть жидким. Вот такое хорошее вышло. Ну и не сильно густым. Такой средней густоты. Теперь половину теста беру и выкладываю на стол.
Стол хорошо подпыляем, чтобы тесто не прилипло. Если прилипнет, потом коржик плохо будет брать. Так, и раскатываем в пласт толщиной, ну, примерно 6-7 миллиметров. Теперь берем вот такую вырубку для коржей и вырезаем ей коржики. И складываем их на лист, подпыленный мукой или же смазанным маслом. Можно вообще-то застелить пекарской бумагой, например. Ну, я сразу вот так подсыпаю чуть-чуть, подпылила. Вот, немножко. И сразу сюда буду выкладывать коржики. Вырубку можно обмакнуть в муку. И делаем. Складываем на лист. Вот на таком расстоянии друг от друга. Так, одного коржика у меня не хватило, чтобы был полный противень. Сейчас сделаем еще по-быстрому. Духовка, пока вот делаем, да, это, духовка должна быть уже разогрета до 200 градусов. Так, теперь выкладываем остальное тесто. Вот так. Эти обрезки вовнутрь, которые остались от первого раскатывания. И вот так вовнутрь их делаем. Вот так. Хорошо опять подпыляем. И раскатываем. Так, вот, уложили их на лист. Вошло у меня 9 коржей. Ну, это большие коржи. И, может быть, вырубка маленькая, тогда укладывайте побольше. Так, теперь что делаем? Я уже этот листик хочу поставить выпекать. Так, и тут бы мне, чтобы не свалить. В общем, что делаем? Желток и молоко размешиваем. И хорошо смазываем сверху коржи.
Так, все смазываем вот так, все коржи, значит, сверху смазали и посыпаем сахаром. Вот так щепотку сахара взяли и посыпали. Так делаем со всеми коржечками и ставим выпекать. Ну, там по готовности смотрите, я время вот даже не могу сказать, но минут 15-20 это точно надо. Вот столько у меня коржей получилось. Значит, один противень у меня уже стоит. 9 коржей. Вот еще 9. И вот еще 5 осталось. Сейчас сложу на другой маленький листик. А это вот остался вот так. И все. Печенюшка. В общем, вот. Теперь ждем, когда выпекутся. Посмотрим, какие они у нас получатся. Вот такие коржики получились. Румяные, с сахарком сверху. Он немножко подтаял. Так вот, видите, какой золотистая такая корочка образовалась. Красивая. Вот теперь будем складывать их на тарелочку. Отстают они хорошо. Не прилипшие. Всего приятного вам чаепития. С вами была Наталья. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего вам самого доброго. Всем пока.